Поступают вопросы по поводу рассады. Начнем с самого начала. Сроки посадки помидор. Мы живем в Ханты-Мансийском округе, Кандинский район, район, приравненный к крайнему северу. Так, когда я сеяла помидоры, тогда еще у нас лежал вовсю снег. Посеяла 15 марта. Так, рассадила я их в возрасте 2 недель 29 марта. А вот 23 апреля уже большие заморозки закончились, ну, до -3 так было. И я сюда вынесла их вообще. Установили мы вот такие дуги, там пленка, потом агрил, потом масляный обогреватель и конвектор. По поводу земли. Я говорила, что я землю делала так. Одну часть перегноя, одну часть лесная земля и одна часть земля из магазина. В возрасте 2 недель я их рассадила. Вот в такие. Вот. Литровые. Кострома. Хорошие. Видите, какие листики становятся желтоватые. Потому что они у стенки, они горят. Нельзя такое яркое солнце для помидор. И если вы высадите когда, и будет жара, лето, в июне, они у вас начнут гореть, а вы не будете понимать, в чем дело, листья желтеют и скручиваются вот так. Надо просто это все сверху притянить. Есть такие специальные сетки, очень удобно. Землю нужно использовать теплую. Подсветку вы у меня видели, я не буду говорить про нее. У меня лампы люминесцентные, и только они мне больше всего нравятся. Нужна обязательно подсветка. Без подсветки вы здоровую рассаду не вырастите. Теперь насчет полива. Помидоры не любят обильного полива. Они пусть у вас будут чуть-чуть суховатые, но не перелитые. Поливать нужно только водой комнатной температуры. Ни в коем случае нельзя поливать холодной. Ладно, один раз ничего не будет. Ничего подобного, с одного раза поливки холодной водой, они у вас пропадут. Ну, не пропадут, а чахнуть будут. Да, никакой подкормки я не делаю. А если я их подкормлю, как они вверх пойдут, дурить будут. Мне нужно дождаться времени, чтобы их высадить. А потом, когда я их высажу, тогда через 2 недели я могу их подкормить. Если у вас рассада вытянулась. Вот тут видите пупырышки? Если вы ее вот так вот закопаете, здесь вырастут корни. Если у вас длинная рассада такая, не заглубляйте ее на полметра туда. Там же холодно. Вы ее положите вот так. А здесь подвяжите палочку. Здесь пойдет корневая система. Густота. От этого зависит тоже качество рассады. Чем реже они стоят, тем они будут крепче. Вот какие. Помидоры, которые вы планируете высаживать на улицу, мы же их будем высаживать где-то в начале июня. Я их сеяла числа 6 апреля, и они успевали у меня вырасти и даже зацвести.